Партнер канала – интернет-магазин iLuck.ru. Всем привет, с вами Артем, вы смотрите YablokTube. В этом видео я расскажу вам об отличном приложении для OS X под названием Movavi Screen Capture. Эта программа позволяет с легкостью записать происходящее на вашем экране и сконвертировать это в один из совместимых форматов. При помощи Movavi Screen Capture вы можете записывать демонстрационные ролики, обучающие фильмы или просто демонстрировать кому-то то, что происходит на рабочем столе вашего устройства. После запуска программы необходимо установить захватываемую область. Ее можно выбрать вручную или указать один из предустановленных вариантов. Вы можете записывать видео со всего экрана целиком, либо из отдельной его области. При подготовке к записи вы устанавливаете разрешение и выбираете расположение области. Обратите внимание, что Movavi Screen Capture умеет не только захватывать видео, но и записывать звук. В отдельном меню программы вы можете выбрать, из какого источника звук будет записываться. Если вы хотите снабдить ваше видео комментарием, необходимо выбрать встроенный линейный вход, а также подключить к нему микрофон. Кроме этого, можно выбрать захват системных звуков. При этом Movavi Screen Capture будет записывать все, что происходит на вашем компьютере. В готовое видео попадут системные звуки, воспроизводимая музыка, а также звуки в видеороликах, которые проигрываются во время захвата. После того, как все параметры будут установлены, необходимо нажать кнопку для начала записи. Обратите внимание, что программа имеет горячее сочетание клавиш для быстрой приостановки или завершения записи. По окончании захвата Movavi Screen Capture отобразит следующее окно. В нем вы сможете быстро просмотреть записанное видео, а также сохранить его в один из совместимых форматов. Перед сохранением вы можете включить конвертацию файла для наилучшего отображения на определенном устройстве. Если вы хорошо разбираетесь в форматах и качестве сохраняемого видео, то можете просто выбрать один из профилей. В противном случае вы можете выбрать устройство, на котором вы в дальнейшем хотите просматривать ролик. Конвертация и сохранение видео происходит довольно быстро, конечно же, она зависит от мощности вашего компьютера. После окончания всей процедуры у вас откроется папка с готовым видеофайлом. Теперь давайте посмотрим на настройки приложения. На первой вкладке вы можете указать системный язык. Кстати, обратите внимание, что поддерживается русский. Можете выбрать папку, в которой будут сохраняться готовые видео. Кроме этого, вы можете включить или отключить автоматическую проверку обновлений, а также отправку анонимной статистики разработчикам для того, чтобы они смогли в дальнейшем усовершенствовать свой продукт. На вкладке параметров видео вы сможете выбрать кодек, пока поддерживается только один, а также максимальную частоту кадров при записи. Вкладка аудио позволяет установить параметры выходного звука. Скачать программу Movavi Screen Capture для OS X можно на сайте разработчика. Вы можете загрузить бесплатную пробную версию, а также оплатить лицензию. Обратите внимание, что до конца данной недели действует 40% скидка на данную программу. Оплату можно произвести любым удобным для вас способом. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на наш канал. С вами был Артем, специально для YablokTube. Пока!